Это сирена. Громкий ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Вытащили из горящей квартиры сотрудники МЧС, спасли двух пенсионеров. В чем причина пожара? Не спешился и попал под колеса автобуса. Дорогу на 50 лет в ЛКСМ затруднила авария. Кто прав, кто виноват? Выпил, разбил стекло, сел. В Осиповичах задержали хулигана. Что светит дебоширу? И авария на железнодорожном переезде в Германии. Локомотив протаранил грузовик и протащил его по путям около километра. Что произошло? Сотрудники МЧС спасли двух пенсионеров на пожаре. ЧП произошло в одной из пятиэтажек на Ульяновской. Дым на третьем этаже, человек на балконе. Эту картину увидели сотрудники МЧС, поднятые по тревоге. Действовать начали незамедлительно. Развернули трехколенную лестницу, поднялись на балкон. В коридоре муж, сообщила 79-летняя женщина. Спасатели обнаружили мужчину и вывели его на лестничную площадку. Используя маску на спасаемого, эвакуировали и пенсионерку. Бригада скорой и медицинской помощи осмотрела супругов. Состояние обоих было удовлетворительное. В результате пожара повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация из подъезда не производилась, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Велосипедист попал под колеса автобуса. ДТП произошло на улице 50 лет в ЛКСМ. Пострадавший с различными повреждениями доставлен в больницу. Велосипедист даже не успел среагировать, отмечают очевидцы. Водитель МАЗа сразу нажал по тормозам, хотел избежать столкновения. Масса машины несколько тонн, шансов уйти в сторону практически не было. Автобус медленно ехал, ну, может, километров 20-15, не быстрее. То есть я считаю, что он, во-первых, не слез, должен уже нет этого велосипедного перехода. То есть он нарушил, я считаю, и он сам виноват во всем. Я видела, как он падал просто, и все. Ну, перевернулся с велосипеда на голову. ДТП произошло утром в 13 минут 10-го. Автобус двигался по улице 50 лет в ЛКСМ в сторону Минской. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе. Это послужило причиной происшествия. Велосипедисту причины телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. В Осиповичах парень разбил стекло в одном из заведений. Звонок в дежурную часть департамента охраны поступил около 4 часов утра. Бармен сообщил о дебошире. Задержанным оказался 22-летний ранее судимый местный житель, который, повздорив с охранником, решил выместить злобу на входной двери. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Германии. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Поезд двигался со скоростью примерно 80 км в час. Локомотив протаранил грузовик, находившийся на железнодорожном переезде, и протащил его по путям около километра. В момент ЧП шлагбаум был открыт. Причины аварии выясняются. Это была сирена. Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Максим Кембель. Увидимся через неделю.